Ну что же, я вас всех приветствую, дорогие друзья. У нас тут Walking Dead, Saints and Sinners. А, так, запись я включил, отлично. Давайте новую игру. А, я там пытался, короче. Да, короче. Обычный. Выбор руки, подожди, а что там было? Да, голос подойдет, выбор руки подойдет. Оттенок кожи. По стандарту. А, ну, обучение. Необходимо освоить основные правила. Ну, окей, давай. В рюкзаке. Нож, понял. Пистолет, понял. Топор, понятно. Рюкзак, понятно. Ну, как, в принципе, в любой VR-игре. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Об-ном-ном-ном-ном-ном. Всё. Что там? Бинт. Бинт. Дневник. Всё. Фонарик. Вот так вот его потрясти, он, короче, зарядится. Всё, заебись. Пора размяться, давай. Всё, давай разминаемся. Сейчас мы. А можно как-то по-другому взять? Хочу вот так вот. А, он только так берет. Господин зомби. Не двигайтесь. Все. Давай ты назад залезешь. Подожди, а ты точно зомби? Ну, вроде глаза как у зомби. Эй, ножик отдайте. Чё у нас там? Эль Топорито? Так не получится, да? Так оно... Уже только сверху бить, да? Чё, голову отрезать не получится? Ладно. Учтём. Давай, восстановишься. Всё. А этим... Этой стороной тебе можно? Я хочу попробовать. Не, не получится. Только основной. Только, мать его, основной. Мистер зомби. А пригнуться? Ну, хпшку вроде не снимает. Фонарик. Не потерялся фонарик. Пистолето. Выстрелите из пистолета. Не понял. Сюдемс. Ой, это я присел. Угу. Йо, мужик. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial?
Че, ни субтитров ни хрена нету? Да, я хочу выйти из комбат-туториала. Что там у вас? Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Ну давай. Are you sure about that? Ah, damn! Would you look at that? Just remember, them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Угу. Ну, короче, вышли из туториала. Будем сами разбираться, походу. Орлеанская затока. Неделю назад. Йоу, мэн. Не турист. Воплоти, да. But if the city's where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Like you said, bro. Это только начало. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. The tower on one side, looming on the horizon, high and mighty, spouting their all-for-one ideals, and shunning any folks who don't be toeing the line. Those reclaimed when are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies from when the flood to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds, military grade weapons and ammo to boot, untouched, hidden. And guess who's close to unearthing the mother lode? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. Cemetery. There would be a 50-50 split in your future. Ah, I ain't greedy. And I ain't no fool. Найдешь меня в тюрьме? Но я не дурак. Give it a ponder, tourist. You just might be what this sinking city needs to keep its head above water. But then again, maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. О, здорово, пацаны. Ху, давайте. Все, пиздец. Доплавался. Но
И чё? Угу. Понятно. Я так понимаю, где-то там выплыл. Оружие есть? Оружия нету. Есть фонарик. Я так понимаю, она хочет, чтобы я туда пошел. А туда назад я и не могу. Оружия у меня нету пока. Но у меня есть кирпич. Нет у меня кирпича. Я не знаю, есть что, чем будем отбиваться. Не уник. Встречу, если я помогу ему найти бункер, он отдаст мне половину припасов. Ты же, блядь, не встанешь? Я думаю, если бы он хотел бы встать, он бы уже встал бы. Я так, слышишь, просто проверяю, ты не обижайся. Он вообще, блядь, проникать ни во что не хочет. Все. Теперь он точно мертв. Блядь, меня заебала эта зона, блядь. Надо сюда встать. То есть за нее ни хрена не видно. Ладно, мужик. Захват на горизонтальной поверхности и толкните руку вниз. Так, мужик, а у тебя там есть что-то? Может, нет? Слушай, а как я буду с вами? За Walking Dead'ами. Отдай. Братиш, у тебя ничего нету? Ладно, не будем. Ой, блядь, там еще один. Заметил, да? Ну, вроде, с вами не так уж тяжело справляться.
Ёпта, ты в шлеме? Отдай шлем. Дайте контрольную ногу. Я думаю, с него хватит. О, мужик. Здорово. Ну, я... Мужик. Я бы тебя отвязал бы, но нет, ножа нету. Отверткой тут особо, блядь, не прорежешь. Сейчас что-нибудь придумаем. Подожди. Ты там как, нормально? Блять, как тут, сука, неудобно все. All I got, all I've done, don't let it go to waste. I'm begging you, help the kid. Слушай, мужик, подожди, я хочу кое-что настроить в управлении. Ты там, блядь, не обижайся только. Управление, я не хочу зажимать. Гибрид переключения. Все, давай попробую. Так удобней. Я понял. Drown the motherfuckers. Drown the motherfuckers. Так, ну вот наш бусик. Давай в бусике возьмем что-нибудь. Что-нибудь, сука, режущее. Улучшается соответствующую мастерскую. По желтым чертежам можно создавать предметы. Синие чертежи всегда улучшают жизненные показатели. Зеленые чертежи особенные. Они спрятаны повсюду, а доступ к ним открывается сразу при обнаружении. Я понял. Ну слушай, у меня только отвертка есть. Это что? Heart of Darkness.
Война это ад, хуже все ничего нет, правда? Ну, книга пускай полежит тут. Опа, пестель. Нет, давай-ка отверточка слева. А пестель... Блять. Просто играл в Half-Life, все никак не привыкнул. Нюх у меня не подвел, бункер где-то здесь. Столько клубков распутать загадок решить. Они как-то связаны с бункером. Водопад и 61 частота. И, видимо, с командованием и управлением. Это следующий шаг, если удастся починить чертово радио. Интересно, внутри, внутри кто-то остался. Подлатаю. О, ножик. Да. Давай ты не будешь приседать на эту кнопку. Блять, можно подсказку убрать? Ну, пули вроде есть. Что это, блять, за волшебная палочка? А, это антенна. Сейчас, подожди, мне деда освободить надо. Даже я сюда вроде приходил я. Эй, дед, ты там как? Да. Бля, дед. Я не хотел тебя убивать. Блять, как загрузиться? Наверное, это? Бля, прости, дед. Я просто хотел ему веревку порезать. Ох, мама. Ладно, давай по новой. Сейчас быстро все возьму. Вон патрики. Давай патрики. Я там перед тем, как деда, короче, освобождать. Ну все, короче, мы это читали. Так, дед, блядь. Ёб твою мать. Дед, а ты где? Или ты, дед, мой глюк? Кто мне там, блядь, наяривает в стиме опять? Чё, он у нас тут верстак создавать что-то? Уже на мастерской позволяет улучшать боеприпас револьвера 30-го калибра. Тут что-то создавать. Да, создание. Понимаю. Тут хранять что-то. Пароли. Клинок. Атланта, Чикаго... Солнце, Нью-Йорк 62. А с собой можно как-то взять?
Ну это я где? Угу. Ну тут все есть. Военные пароли, проклятое радио. Батарея. Ну чё, куда мне ту батарею? А, снаружи грузовика, да? Ебать, тебя рука удлинилась, братан, до пола стала. Ну куда, мать его, батарею? Я ебу Алибабу, блин. А, я понял, нифига себе. Технологии. Братан. Ладно, микро сюда пока. Пускай стоит. Ну давай антенну присоединю, чё. Что это? Так это разъебанный револьвер. А, подожди. Тебя я возьму, наверное, с собой. Слушай, я бы такой же отвертку, может, тогда взял бы. Мало ли нож сломается. Канделябр, блядь. Ху. Нахуй мне нужен? Подожди, это как оружие? Мусор. Глотните сфляги. Короче, бухните. А, понятно. Так, ну я сейчас тут поищу свою отвертку. Где там, мать его, моя отвертка? Кто помнит, куда я ее положил? А, ну она, скорее всего, там, где я нож брал. Логично, как бы. Да? Так, я тут брал нож, блядь, и где-то тут я выкидывал, получается, свою отвертку. И чё? Я в глаза долблюсь, да? Походу долблюсь. Ладно, фиг с ним. Походу разберемся. Так, тебя тут куда? Угу. Ну, радио отремонтировали, до грузовика добрались. Чё? Давайте на этом серию закончим. Только я пойму, блядь, как в меню выйти. Ага, понял. Все, короче, народ, спасибо вам за просмотр. Всех люблю, целую, добра всем. С вас лайкосики, подписочки. Всем спасибо и пока.